Что, налагает или нет? Вопрос. Не ясно. Или ясно? Не ясно. Не, вроде ясно. Вроде не лагает, нихуя себе. Здорово. Phone's dead. Лафтает или не лафтает, скажи сразу. Потому что я от игры этой в ахуе. 10 лет игре, бля, как с ней тяжело. Ничего не шаришь? Нет, ну я понимаю, что игра типа там про зомби-апокалипсис с главным героем, мужиком и девкой. Это все, что я знаю. Я, ну там, сюжетно я ничего не знаю. Сюжетно ноль. Знаю, что будет мужик и девка, и все. Dang it. I forgot to give this to him. Читать. Поздравляю. Спасибо. Это то, что я игру запустил. Это очень тяжело было. Читать. Ты все-таки не вымер. Пока еще. С днем рождения, милый папочка. Так, посмотрим. Тебя еще нет дома. Ты терпеть не можешь мою музыку. Ты презираешь все фильмы, которые я смотрю. И все равно ухитряешься быть самым лучшим папой на свете. Как тебе удается сравнивать папа с любовью Сара? Так понимаю, это Сара умрет. Потому что ее не будет дальше. Там говорили, первый час шейдеры типа ебнуты на ПКшнике прогружаются, поэтому лагает у большинства. Норм все. Не, ну если, ну типа на стриме норм, без лагов, то все заебись. Бля, как положить на escape? То есть на какой, на этот, на delete положить, это вообще адекватно, блядь? Так, это может только в этом доме не лагает. Сейчас выйду, короче, из дома и буду 30 фэпосов. Так, а никакой нету кнопки, которая подскажет, что делать, не? Типа, как двигаться по жизни дальше? Не, ну так шейдеры, да, там шейдерами было такое. Я знаю, я на ночь ставил, короче, Dad? Шейдеры. Как же она ходит, бля, как же ходит. Какие тяги, бля. Так, заглянем в другую комнату. Читать. Техасский вестник. Количество случаев загадочной инфекции возросло на 300%. Больницы региона перегружены. Но это ковид, ребята. До того, как стал известен. Правительство расширяет список опасных пищевых продуктов. По всей стране фиксируются случаи грибкового поражения. Бля, нахуй я это читаю? Ну, какой-то, короче, грибок поехал. Та-та-та-та-та-та. Ну, понятно. Короче, что-то страшный вирус. Ребята, мне кажется, зомби-вирус. Не, я догадываюсь. То, что это зомби-вирус. Не спрашивайте такого. Обезумевшая женщина убила мужа и еще 3 человек. Да, так может она уже зомби убила. Бэк назад. Бля, вот то, что назад. Вот в какой игре еще он делит это назад? Типа, чтобы не эскейп, блять, ничего. Делит. Там много читать не дают, и надо лордер. Типа, нужно читать или не нужно? И что-то не увидел. Или можно типа не читать, или что? Ты. Я не понял, что ты хотел сказать, типа. А ты проходил? Ты в курсе вообще, что тут? Ну, проходил, нет, ты не проходил. Хотя, игре, блядь, 10 лет, нихуя себе, может, ты проходил. Я могу озвучивать, да? Папочка! We've received reports that victims afflicted with the infection show it's signs nearby. Of increased aggression and... Move everybody out of here now. There's a gas leak. Hey, there seems to be some commotion coming from... Let's get the hell out of here! Right? Поезд сделал бум. О, вот оно, мейнстрим. О, God. Я не играл в эту игру. Dad? Первый раз я не услышал. Ой-ой-ой-ой-ой. Бля, похоже на этот, на... На Walking Dead первый сезон. Да, это так называлось. Наушники кайф у тебя. Да я наушники, я не знаю, что наушники. Чё не так с наушниками? Какие вопросы по наушникам? Наушники у меня бархатные, блядь. Какие наушники бархатные?
А где Батуа? Съебался? В телефонах смотр. Ага. Так, я понял. А как? А можно этот? Ага. Я еще хотел тут посмотреться. Налево пойдем. Так, вроде типичный прифронтовой город в Украине, бля. Почему не пахнет? Бля. Я телефон не чекнул. Ну я... Я к телефону не подошел. Это ошибка? Я не пускаю тебя к телефону. Это, походу, была ошибка. Куперсы. Джимми! Дэд! Come here, come here. Джимми! Джимми, stay back! Джимми, I am warning you! Джимми! Ты, Джимми, не в себе чуть-чуть. Джимми, ты в порядке? You shot him. Sarah. Some this morning. Listen to me. There is something bad going on. We have got так, ну даже если мне чуть-чуть лагает, у вас не должно лагать, правильно? У вас yeah. должно нормально все быть. Tell me, come on. На стриме не видно лахов. Ну, не должно быть видно. Надеюсь. You have any idea what's going on out there? I got some notion. Holy shit. What in there? You got blood all over you. It ain't mine. Let's just get out of here. Это кто вообще? Ты кто вообще? Some sort of parasite or something. You gonna tell me what happened? Кинематографичненько. Ну, игра такая, yes, понимаю, кинематографичная. How you holding up, honey? Куда мы едем-то, ёпта? I'm fine. Can we hear what's on the radio? Это чё, это семейная пара из двух мужчин? Thanks. Я, ну, одобряем? Получается. We're doing great. A minute ago, newsman wouldn't shut up. They say where to go. Это будущее, что ли? Как у двух мужчин точка появилась? Непонятно. No getting into Travis County. We need to get the hell out. Take 71. Did they say how many? 2047 год. Да. Да, охуенно. Tommy's. Right. Sorry. Christ, how did this happen? They got no clue. But we ain't the only town. First they're saying it's just the south. Now they're going on about the east coast, the west coast. Holy hell. Нихуя себе, что-то ферма горит. That's Lewis's farm. Это... Some bitch made it out. Это я рамки загрязнил, как еще все. Вот... Это мой дом, после рамки давал ранти. How do you know? They said it's just people in the city. Как ты начал новость со стула? That's right, he did. We're fine, trust me. All right. Let's see what they need. Who do you think you're doing? Keep driving. I got a kid, Joel. So do we. But we have room. Keep driving, Tommy. Stop! Ай, бля, ну мне кажется, нас узнает и потом, бля, убьет. Someone else will come along. You should have helped him. Я чувствую эту хуйню. А, скажи, это вы не остановились, бля. Я потерял за вас дочку, блядь, и жену. Теперь, блядь, потеряете вы. We could just backtrack and... О. Так, ну надо бы... Откуда они еще появились? Они из леса выбежали или еще? Just happened. What the fuck just happened? Did you see that? Yes, I saw it. God damn. Turn here, turn here. Страшно, вырубай. No. Come on, people, move. What are they running from? Get us out of here. I'm trying. Да, они оттуда бегут, а нам нужно туда. We can't stop here, Tommy. Охуенно придумал. They're back up there. They're behind me too. There. Hold on. Go. Нет, ну надо отдохнуть от Валика. Я сегодня поиграл на серии. Культурно насладиться другой игрой. Эй! Get back, baby. Get back.
суета. Эти зомби, они же чувствуют. Че будет? Ну... Мое, бля, почтение. Ну, значит, стрима не будет, блядь. Че сказать? Че сказать? На. I'm here, baby. I'm here. Come on, give me your hand. What is it? My leg hurts. How bad? Pretty bad. We're gonna need to run. God. Keep us safe. Кто там такой? COVID. А, там суета, блин. Okay. Так, а куда бежать-то? Я же поставил максимальную сложность, у меня теперь нету этого типа. Интерфейса, как я понимаю. Я теперь фулл реализм. Ой, сюда. Ну, видимо, сюда. Нет, ну это смерть. А, это крик Вильгельма, блядь. Смешной. А, я нафидел? Бля. Нет, ну это было... Запизделся. Не, ну... Ой, блин! Да, надо... Чем-то жертвовать, надо, блядь, ее было отдавать. Надо чем-то жертвовать. Так, и то, что зомби умирают от одной пули в голову, мне нравится. Да я... жестко стреляю. Да неприятно. Быстрее, да быстрее, как, блядь, что нажать? Давай, 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 давай. Get to the highway. What? Go! You got Sarah. I cannot run him. Uncle Tommy? I will meet you there. Uncle Tommy. Вот. Видимо, теория. А как? Очень недолго, что тут мужик появился, который засейвил. Ну, это, кстати, неприятно. А чё, он долго был? А чё я должен был сделать? Алло? А в чем я не прав? Ну все, типа, игра закончена или что, алё? Чё ж? Загрузка пошла, да ебать. Ну это будет тяжело. Типа, опять не оборачиваться нельзя. Типа, если не оборачиваться, он медленнее бежит, это грамотно. А что дальше? Ладно, не оборачиваюсь. Ну это нереалистично. Схуяли, бля, если я оборачиваюсь, он чуть быстрее. Нечестно. We're safe. We're safe. Hey, we need help. Stop. Please. Ah, shit. Daddy, what about Uncle Tommy? We're gonna get you to safety and go back for him, okay? Sir, there's a little girl. But... Приказано стрелять? Я понимаю. Сейчас я буду шмалять. Somebody, we've just been through hell. Okay, we just need... Нихуя себе. О, oh, no. Сара. Move your hands. Не, ну а забавно, что она нафидела, блядь, от солдата, а не от зомби. Listen to me, I know this hurts. You're gonna be okay, baby, stay with me.
Нет, ну просто я знал, что она нафиг. Я понимал, что если этот, то он с другой будет девкой ходить, я понимал, что она нафиг. Я понял, поэтому такая реакция. Ну, вообще печально, конечно. Печально. Я не бездушная тварь. Это печально. Нет, ну получается, она идет постарше, как мы понимаем. Блядь. The number of confirmed deaths has passed 200. The governor has called a state of emergency. Официальное число 200 человек, понимаю. Panic spread worldwide after a leaked report from... Можно скипнуть, спасибо. Пропусти видеоролик. Да, но я надеюсь, что ничего важного не будет. Я бы в рот ебал смотреть эти видеоролики, блядь. Ну да, вместо видеоролика у меня загрузка теперь. Лучше бы, наверное, видеоролик посмотрел. Бля, чувствую, будет сейчас жоподробительная игра на максимальной сложности. Но я хотя бы поставил, чтобы, ну, как бы, если я нафидел, то меня не отбрасывало бы в начало игры. Там есть такая настройка, мне это бы, мне кажется, ну, я бы уже тут, ну, уже бы сейчас ходил тут, блядь, с этими, с неправильными поворотами не туда. Well, you got a few hours left until curfew. Well, we better hurry up then. I got to serve the damn papers this morning. Повестка. Ну, это вообще, ну, кстати, это прикольно сделано, то, что персонажи поворачиваются, если ты смотришь в ту сторону. Это прикольно. В большинстве игр, типа, всем похуй, всем похуй. Хуёво в текстурам. Да похуй. Ну... Но им пришлось, я не знаю, они очень плохо оптимизированы. Это, ну, это не мои заслуги дела. Я могу поставить выше, но совсем будет хуйня. Мне так кадров маловато. Ну, игра сама такая, на самом деле, типа. Это ж... Ебать, ей 10 лет, нихуя себе так. Что происходит? Да что? Я тоже так могу, кстати, бежать. Игра охуенно выглядит, если на максималках они просто не оптимизированы. Ну да, на максималке тут не поставить их. Ну, у меня это, надо будет, ну, на новый процессор бабки копить. Так. Здорово, бандит. You see your IDs. There you go. What's your business here? Got the day off. Visiting a friend. All right, move on through. Thanks. Райдерский захват. S-Space, быстро разворот. Ага. Shift. Shift, я догадался. О! Так, как хилиться? Хилимся, живем. 7 выбор аптечки. Ага. Понял. Вот и подхилился. 7 мелкое. Outside the wall. Or we could just let Robert go. Cute. Hey Tess, you see that shit? I was there. Hey, how's the East Tunnel looking? It's clear. I just used it. No patrols. And where are you off to? Gonna pay Robert a visit. You too? Who else is looking for him? Marlene. She's been asking around, trying to find him.
Marlene? What do the Fireflies need with Robert? You think she'd tell me? Well, what did you tell her? The truth. I got no idea where he's hiding. Good man. Hey, you stay out of trouble, all right? Military's gonna be out in force soon. Yeah, see you around. Бля, помню, такой же чудик сидел, блядь, в Outlast, я помню. И он... Бля, коридор точно такой же. И он, короче, когда ты первый раз проходишь, все нормально, сидит себе, там что-то сечует. А второй раз, когда ты проходишь, на тебя кидается. Там можно знатно обосраться. Только там стул другой, чудик чуть другой. Ну, что-то напомнило мне. This is us. Hey, guys. How's it going? Shit's stirring up out there. How are we looking over here? It's been quiet. Так, так, что тут у вас? Я на X жму, на X ничего нет. Окей. That's what I like to hear. Так, что за партия у нас? Joel, give me a hand with this. Непонятно, ты где? А? Значит, тайная комната? Да вы что, нихуя себе. Было, ну надо. Yeah, I'll take it easy out there. Так. Ебать. Let there be light. Не, ну... Один беловолосый мужчина бы, которому мне 100 лет, тут бы разбился, кстати, из другой знаменитой игры. Да, мы без спейса, да, помним. Our backpacks are still here from last time. Так, а сколько прошло времени с, типа, с потери дочки, не сказали, да? Но какое-то время, видимо, прошло. Новое оружие. Ох, ебать, сенса. Ебать, you spin me right now. Подожди, надо сенсу поменять. Параметры. Нет, блядь. Управление. Мышь. А нет, чтоб я с... Бля, сразу. Ну ладно, придется... Окей, да. По 30 сделаю вести. Не очень удобно. Что имею? Ну так пойдет. Так флики нормально можно раскидаться. Перезарядка. В смысле, перезарядка на ЛКМ, вы чё? Alright, Texas. Перезарядка на Air, блять. Мне чуть не наебали, что на выстрел, блять, слышишь? Нихуя себе. А? Вы уже говорили, не уверен, я могу сказать, если не скажут позже. Yes, ma'am. Скипну. Ну мог скипнуть, да, мог запиздеться. Я тут чуть игра не на выстрел не наебала. Давай, давай, Come руку, on. Давай. Ой. Не так много. Oh. Got it. Be careful. Ух, нихуя себе белый свет. С пистолетом, ну вот так. Так, а что тут что-то есть? А если сюда пойти? Подожди, а тут что? Ебать, мыльная бочка. Так. А как присесть? Ага, на сцену, это я понял. Догадался. Where's the ladder? It's gotta be around here somewhere. Какая лестница? Куда лестница? Я тебя не могу опять подсадить, нет? Никак? Ух, ебать. Не, ну это печально. А какая она лестница? О чем она говорит?
Что? А, блин. Got it. Great, bring it over. Это из-за настроек, да, понятно. Ну хорошо, давай. Сейчас, посмотрим, насколько это повлияет. Параметр. График. Средний. Ой-ой-ой-ой. Стало потяжелее. Ну, кстати... Ну, слушай. О! Не, ну, когда подошел, прогрузилось. Ну, ладно, так, наверное, получше, да? Да понятно, что читабельное. Понятно, это понятно. Это все понятно. Ladies first. Че, получше стало? Lady. You must be thinking of someone else. It's all relative. This way. Там страшные звуки. FPS 30. Ну да, ну... Ну было... Так что, раньше было лучше, что ли? Не, ну это вряд ли из-за... Короче, посмотрю, как было, в целом было играбельно. Сейчас менее стало играбельно. Параметры. Обычно какие-то, ну, типа, тени стоят. Нет, вроде ничего такого. Нет, он так побольше кадров, естественно. Оп, фонарь. А чё, а я могу тут еще побегать что-то? Оставайся внутри. О! А, это типа цикада, да? Ну да, медальон СК. Перевернуть. Дэвид и Майкл Виджел. Тройное имя, что ли? Так, ну ты больше ничего не имеешь. Think Robert still got our guns? For his sake, he better. But once we get our merchandise back, it should be easy to unload. Well, speaking of merchandise, when's that next shipment due? Well, we're meeting Bill next month. More pills, lots of ammo, supposedly. Hold up, spores. А это типа вирус. Я понимаю. Where the hell are all these coming from? The place was clear last time. They're coming out of something. Stay alert. Да. Видимо, вниз, да? We should be able to fit through here. Oh, shit! You okay? Yeah. Damn ceiling's falling apart. Be careful. Easy. Ты кто вообще? Может тебя добить? Мастер брок. Don't leave me to turn. Please. What do you want to do? Я чтобы я убил его, зачем мне патроны тратить? А, ну вот он два, типа, дают патроны. Ладно, раз вы не даете, ладно. Но он так сам хотел. Так он жив. А, нет, все, теперь нет.
Ну, кстати, красиво. Красиво. Не доебешься. Сколько мне потом, кстати, непонятно. Как я их типа считать должен сам? И на сроки сложности я сам должен патроны считать. Понимаю. Или где-то их можно посмотреть. Или нет. А, как же завидую, кто первый раз проходит. Здорово. Ну, интересно. Первая кефтеме. Первая бархатная история кефтеме. Я также хотел недавно о сериале Dark все забыть и заново посмотреть. Вот это реально сериал, который первый раз не посмотришь. Ну, типа, как первый. На хардкор. Да. Это кто? А, ну это зомби, да, теперь? А можно его как-то в спину закрыть? Скрытное убийство. Во! Вот это грамотно. Вот это охуенно. Дарк пиздец. Да, Дарк пиздец. Не, Дарк это супер топ. Мозг вылился в ласт сезоне. Ну не прям что он вылился, типа. Так, ну тут. А я могу? Нет, уже, видимо, не могу. Подожди. Так, а я живой, нет? Ага, 5 патронов, я вижу. Так, а что? А зачем мы вообще приходили? Чтобы зомбарей убить или что? Зачем мы пришли вообще? Какая наша цель была? Может, где-то тут патроны есть? А ну-ка. Че по оптимизону? Ну, печально. Типа, я вон, у меня не самый худший комп, я на лоу играю. Ну, и не то, чтобы я сильно удовлетворен. Так, а чё, подожди, вы мне дали, типа, открыть комнату, в которой нихуя нету? Вы чё, охуели? Разрабы. То есть я пришёл, открыл комнату, и в ней нихуя нет. Это ахуй. А сколько у меня? По времени, да, нету, да, как в метро, типа, времени этого противогаза ебучего? Да. Нам вообще куда? Так, ну, наверное, не сюда. Опять комната, в которой нихуя нет. Бля, ну вы разра... А, нет, что-то есть. А, у него еще батончик какой-то. Так. Читать. Привет, братишка. А. Так, ну это какое-то уже новое время. Споры. Мы все зарешены, состояние еще максимум день. Это бандитский репутат, я придумал эту записку. Короче, какой-то Марк не добрался. Да, ну, естественно. 20 лет прошло. 20 лет, нихуя себе. Так, куда идти? А что ты меня не видишь, что вообще? Зачем ты тут вообще? А, так я хотел сюда подняться, правильно? А, или нет? Some fresh air. That's the one thing I love about the outside. Fucking hate the smell of the city. Why don't you ask Bill to get you some of them air fresheners? Hey, if they weren't expired, that'd be a good idea. Так, ну болото охуенное. Тебе тоже, да, понравилось? Понял.
Ничего больше нет? Патриков не будет? Как бы патрики пригодились. Я подумал, что записка висит. Это... Ладно, видимо, патриков нет. Лазанья. Damn it. Plank fell down. Что, прыгаем? Да я прыгну. Ладно, я не прыгну. Be a dear. Не пускает. I'll get it. Чё, я лечь должен или что? Чё ты предлагаешь? Ладно, это, видимо, ну, не так задумывалось. Подожди, а чё? А нахуй я сюда упал? Если присмотреться, пиздец смыло, да, да. Так, а чё она хочет от меня? Ну, не присматривайтесь, пацаны. Вы матерям еще нужны. Блядь, что тебе надо? Говорит, будь другом. А, надо принести доску ей, блядь, что это, блин? Ой, бля. Да, по второму кругу давайте. Не, ну, это че, папе чего больше времени потратил? Here. Тут непонятно. Pass it to me. It's a bit heavy. I think I can handle it. All right. Третий подъем. Я думал, как мужчина буду прыгать сейчас. А, балансировать, в смысле балансировать. Но я просто пробежал. Даже балансировать не пришлось. Так, а тут еще патриков нет? А, я что-то вижу, что-то вижу. Нет места? Течка. А как? Так. А чё? 30 это что такое? Артефакты. Стадия 1. Big Moon. Не позволяйте им себя окружить. Ага. Стадия 2. Сталкер. Прячется иногда из засады. Нихуя себе. Щелку. Ничего не видит. Сильно бьет. Стадия 4, короче, что-то страшное. А, не что-то страшное, а что-то непонятное. Парт. Мужики, а как конфетус есть? Ну, есть знатоки. Как сделать, чтобы конфету, которую я имею, пропала, и эту себе взять? Я очень хочу. Или это и это и есть, это типа 30 этих, это и оно и есть. Но ты что-то сомневаюсь. Есть, ну, профессионалы какие-то? 20 что-то я должен... Я могу 20 болтиков из него сделать или что? Читайте. Это проверка. Ну ладно. Думал, это будет лучше проверка. Ну короче, ну я этот батончик, я за ним еще вернусь, я его запомнил, бля. Как он съесть? Кирпич. Make sure there ain't any soldiers around. It's clear. Come on.
Я, кстати, нельзя залезть на клумбу. Кто хоть, ну, кто думал, что можно залезть на клумбу, нельзя залезть на клумбу. Shut it. Закрыл. Хотя я целиться не могу почему-то. Пестик не работает. Что, сейчас будет какая-то страшная суета. Почему пестик перестал работать? Или типа я дома, потому что. Hey, little man. Make sure the coast is clear. No soldiers, none of Robert's men, yeah? You know he's expecting us. Well, that'll make it more interesting. Good to go. Come on. Hey, Tess, hey, Tess. Hey, pretty lady, how you doing today? I heard you. Not right now, Terrence. Woman, 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 it's good looking. Not now. You hear me? Okay. You can do that. You got a healthy puppy. Sting says these dogs are all accounted for. Sold out in less than an hour. Try me next week. Так, что мне делать-то? У меня задание какое-то есть? Так, на X ничего не происходит. Так, да, вставай. Tess, it's been a while. You don't visit us anymore. Там ух, суета. Where do you think you're going? Malik, sit back down. Oh, sorry, Tess. Didn't realize you two were together. Go ahead. Who's that? An old headache. Don't ask. Что за графика стоит? Минимально? Ну, стой, да вы занимались этой графикой. Чего вам, блядь, нахуй? Хватит. Stop it. Get some help. Ну, блядь. Такая игра, ебать, охуенно оптимизированная. You come through here? Half hour ago. You went back to the wharf. He's there now. Сколько кадров? 60? Ну, меньше, может, не знаю. Ну, немного. Не очень много. Так, а что тут еще? Я не разведал нихуя. Есть какие-то приколы, какие-то патроны, блин? Че там? О, разыскивается. Марлин. 45 лет, 170 сантиметров. Так, средняя, рабочая, активистка. Шрам. Криминальное досье. А, множество преступлений, терроризм, мужчина убийство. Возглавление цикады. Так, я понял, с этой цикадой будет суета. И что, немного даже счетчик нужен. Ну так что тогда, блядь, спрашиваешь. Зачем тогда спрашиваешь такие вещи? А, возьмем, блядь. Знай врага в лицо. Где-то, кстати, на стриме оно должно плюс-минус сглаживать, как будто бы. Here we go. О. Сейчас будет суета, бля, сейчас. Нужно будет постоянно на суете сейчас быть. Let us through. You guys need to turn around and head back if you know what's good for you. Our beef isn't with you. We just want Robert. You don't want to do this. Turn the fuck around and leave now. I'm not going anywhere without Robert. Bitch, don't bash your skull unless you turn around and get your dumb ass out of here. Fuck this. Take cover! Uh-huh. You ready? Yeah. I'm gonna fucking kill you! I'll cover you. Get the angle on them. Мужик въебывался. Че надо-то? Сюда.
Так. А птички есть? Птички нет, так мне нужно это. Патрики нужны. How the hell did he get all these guys? If Robert's good at one thing, it's writing blank checks. Чик не уебал ей. Так, а чё, один патрон? Вы ещё шутите, блядь? Не, ну на один патрон это не дело, блядь. А чё у них на этой свалке ничего нет, что ли, кроме, блядь, мыльных фиссурок больше ничего нету, блядь? Что-то мужик в ахуе, блядь. Так, ну а чё? Чё, он думал, он кто? Помните, кем мы были? А, я вижу. Give me your hand. Так, ну с твоим Патриком я далеко не уеду. Как будто бы. Игру будешь ехать с двумя, да? Ну что, точно далеко мы по игре не уедем, бля. Так. Опа, это кто-то Роберт? More Robert's guys. А, нет, привет. How do you know they're coming? Two of our guys died trying to take Tess out. I guarantee that she and Joel are on their way. Откуда вы знаете? Мы только оттуда пришли 30 секунд назад. We shouldn't have taken this job. О, надо их по-тихому разъебать. А мне ножик будет? А если что-то? Подожди, может, что-то какие-то патроны, нет? Че? Перезарядился, че, сколько у меня патронов? Бля, я забыл как посмотреть. Два. Ведь у меня два пистолета, бля. Че-то, как было два, так и осталось, нахуй я перезаряжался, так никого. Ага, я вижу еще мужика. Так, ну этот должен... Он же так и будет стоять, правда? А, патрон, да. А где этот Тесс? Ебать, вижу их. I meant to tell you, I was down on Jordan Street, and all these soldiers showed up with a group of about five civs, all in handcuffs. Let me guess. Fireflies. Yep. They lined them up against the wall and banged. Это подруга-то? Нафака? Shit. Yeah, I hear it's like that all over the city. They're cracking down on them hard. Yeah. I got a cousin with them. Seriously? Yeah. The idiot thinks he's gonna save the world. Hope he's all right. Не поворачивайся, слышишь? О, да, она хорошо подсветилась. Давай, блин, давай. Давай, давай. Блин. О, ключ. Получен ключ и патрон. Это то, что надо. А почему у челов по одному патрону падают? Типа, схуяли. Хард-ко-ко-ко-ко-кор, блядь, или чё? А, или я типа, шоколадкой, типа, я инста-хилюсь. Что, у меня аптечки до сих пор нету. Чё делать-то? Ну, куда идти? Я пойму сюда дальше. Как его убрать из руки? Ага, на тройку, ага, на двойку. А как Молик, на какую кнопку-то? На восьмерку.
А на Денису? Нихуя. Блять. А я не могу тело отнести, чтобы меня не заметили. Так, а патрон где, блять? Я хочу, от чего я ключ вообще брал? Дай пройти. Фанат? Делай дальше. Фанат контента на украинском. Нет, ну так суета, конечно, началась. Ты в целом прав, но... Мне кажется, без суеты было бы меньше, Дэнч. Ты как бы подсуетился, но... Ты как бы получил то, что... Ты на суете получил, ну, просто... Не так много, как ты ожидал. Да, вижу мужика. Так. Я бы наверх сходил, посмотрел, что тут у нас. Никого вроде нет. Бля. Не, что-то искусственный интеллект поражает, блядь. Я понимаю, если я ЛКР нажму, то он выстрелит. Да я ожидал на самом деле меньше, я думал, на ютубе невозможно в реки попасть с таким видосом. Да как каким видосом? Типа на украинском, потому что? Мне кажется, ну в реки, не знаю. Ну, смотря... Ну в реки ты, людей, которые смотрят на украинском контент, мне кажется, ты в целом попал. Но просто их действительно не так много. Так, ну я вижу мужика. Еще мужика вижу, бля. О! И что? Какие фонарики, блять? Приблизить? А зачем? Заточка. Табли изготовления. Заточки. Нужно бить противника в режиме скрытом. Ломается после одного применения. А, да? Крепеж и лезвие. Понятно. Я пока вообще материалы не нашел. Материалы я вообще не находил никакие. О. Ну вот те самые 4 чела на титре, которые пишут вот аудитор. Да, по доте, по мертвой игре нужно. Ты это шанонак, Денчик, не слушай его. Бля, че у них палят? Они спалили. Бля. Тихо, тихо, тихо. Спокойно, спокойно, друзья, спокойно. I got nothing. Good. Keep moving. Блядь! Контратака! Патронов нету! Перезарядка. Стоять, сука, чё, гуля? Так, чуть надо... Тихо! Там ещё был, бля, чел. Нейронка нос схавала. Сейчас нормально, нет? Кирпич или бутылка, понятно. Бля, ну что это неприятный момент, с которого начинать. С того не хотелось бы момента начинать. Бля, он видел сразу меня. Неприятно. Ой, блядь! Бля, ну это тяжело. Не, ну кто знал, что так получится? Good. Let's do another once over and then head out.
Getting close to curfew. What about Robert? Who's he hauling up with tonight? Guy's too paranoid to stay here by himself. Fuck if I know. We'll check in with the others to come up with something. Got it. Так, мужик поднимается наверх, а один второй выходит. Ага. Бля, это не... Ребята, это неприятно, я про того забыл, бля. Я думал, это эти два. Бля. Эй, консолидированный крейт на Саут-Вархаус. Лайфы локты. Good. Let's do another once-over and then head out. It's getting close to curfew. What about Robert? Who's he hauling up with tonight? Guy's too paranoid to stay here by himself. Fuck if I know. We'll check in with the others and come up with something. Got it. Так, синьоронка реально хавает? Можно? Ну, в целом, вот так сделать. Огромный. Так лучше будет, не? Будет. Наверное. Все, нет, ну мужик, все, заебал. Давай. Под стол лез. Под стол лез, но зачем, я тебе не буду говорить. Нет места еще. А что это? А, это бутылка какая. А, так это я не Молик подобрал бутылку? Или все-таки Молик? Подожди. А, это просто бутылка, ебать. Это не Молотов? А, это бутылка просто. Я думал, это Молотов, блядь. Ебать, это бутылка, оказывается. Я могу бутылкой зарезать, блядь? Так, ладно, там... Надо сначала верхнее выбирать. Но это тоже не, это неплохо. Не, вариант неплохой. Ага. А чё, подожди, а если бутылки в него кинут, то что, блядь? И что это? Типа, что? Чтобы что? Давай, давай, давай. I like watching you work. Женщине не нравится. Ладно, пойдем дальше суетиться. Наводить суету, вижу, да. Так, вот эти два мужика. Ой. Hey, kill him! А? Cover me. I'm moving up. И бутылка чела, бля. Ну хорошо. Hey, consolidated the crates in the south warehouse. Supplies are locked up. И бутылка чела. Good. Let's do another one. Head out. Getting close to curfew. What about Robert? Who's he hauling up with tonight? Guy's too paranoid to stay here by himself. Fuck if I know. We'll check in with the others and come up with something. Got it. Так. Я от этого чела кину. Он заслужил мне. Че, я подожду, пока все засуетятся. Уйдут. Короче, он типа сознание теряет. Нихуя себе, у тебя осколки, то что я тебе в спину кинул бутылку. Вот это ты придумал, блядь. Эй, тут еще раз хожу, ну я просто не могу поверить, что они реально тут ничего не засунули. Что просто эти комнаты без ничего меня удивляют. Ну чек, что, вы знали, что будет, если бутылки кинуть? Все довольны, блядь?
Падай, папа, падай, падай, падай. А чё они на месте стоят? Бля, что ты, почему одной пулей, бля? Hey, we consolidated the crates in the south warehouse. Supplies are locked up. Good. Just do another once over and then head out. Getting close to home. Where to go, Tex? Got a bullet. Я тоже отстрелялся. Подожди, бутылку, блядь. Где бутылка-то? He's in here! Блять, как в этом, как в американской истории X его убили, блядь. Keep an eye out. Yeah. Где этот чел? Где ты, блядь? Понял, спасибо. Бля, ну тут тяжело. Ладно, ничего. Good. Do another once over and then head out. Getting close to curve. Как он меня увидел, блядь? Если я просто смотрю, то он не видит. А если я, блядь, целюсь, то он видит. Ну, я про... зато я проверил, теперь я знаю механику этой замечательной. Короче, я пошел его танковать. Стой! Где еще этот мужик? There you go. You are him. Нет, патрон, у меня патроны, блядь, не так много, у меня патроны вообще остались еще, один патрон. Is he over there? Here he is! He's empty, got him! Патроны закончились, помоги! Мне хуёво. Bite this asshole! Нападай! Он меня переиграл в моей же игре, бля. Мужик, не спидрайна, садись игрой. Не нужно спидрайна. Пусть я насладись игрой, бля, но вот не получается насладиться игрой. Но я механику проверял. Я просто играю механику. Ну типа, потому что... Короче, не буду объяснять ничего. Сами догадайтесь. Okay. Ладно, не спидранил, короче. Насладись игрой, сейчас насладимся. Терпения не хватает. Thank God you're here. В этот момент 2 часа уже проходишь. Не 2 часа, а минут 10. Все-таки. Я просто не понимаю, как его пройти, реально. Как их всех по одному скосить, блядь? Как того мужика? Типа, надо бутылкой мужика убирать или что? Или типа, сейчас, у меня есть хитрая идея. На восьмерку, блядь, на восьмерку. You hear that?
Probably nothing, pussy. Этот что смотрит? Зачем он это в обратно пошел? Get on with it then. Блядь, меня тот мужик палит, да? Который там стоит, сука. Не получится. Че это такое? Еще бутылка. Че там такое? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Looks like you are good for something. Подожди, это что делает? Не, ну ладно, искусственный интеллект я перехвалил, походу. Тут какая-то суета, блядь. Стой ты, блядь, уже. Ну, где он? Вот, изи. Ебать, это демон, у него красные глаза. Значит, аж зачесался. Так, а где пульки-то? Где вознаграждение за убийство такое? Так, точно, надо за точку подобрать. А зачем ты фонарик включаешь? Ты конченый. Все, там один остался, ловите. Сейчас мы его с точкой и ебнем. Или лучше захватить, чем он? Один остался, лучше захватить, наверное, просто. А, да? Или, ну или так. They just slow us down. Лишняя морока, да, лишняя морока. А, лишняя морока, и не говори, блядь. Let's do this. Делать. Надо заждать, типа. Надо заждать. Но не понятно, что надо делать. Ой, бля, стящие. There's our boy. Ребята. That cocky son of a bitch. Let's go wrap this up. Ты еще и за воруху прыгаешь сразу. Но это будет тяжко. Да, я, говорит, по-умному. Вот я умею. Нужно всех убивать или... Так, я сюда забрался, дальше еще. I'd still take my chances in here. Кто он идет-то? Ну, хорошо, достал. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Замен. А в чем смысл? А, ну кирпич, наверное, посильнее хуярит. Охуел.
Саша бьют! Ну, первый блин ком. О, это хороший сейф. Куда ты, блядь? Get him! Let's be smart about this. There's a lot of them. Нахуй он поворачивается. Что такое? Да ну нахуй. Откуда ты взялся, блядь? Чёрт, блядь. Я не могу. Да что такое? Let's be smart about this. There's a lot of them. Ладно. Ну да по левой стороне, я понял. Вот, так надо вот сюда просто идти, ебать, что я тут. Вот, так это мое место, ёпт. Давай двери, блядь. Валим нахуй. Я его нашел. We just want to talk, Robert. We get fucking nothing to talk about. Изи нашел его. Put your gun down. Go fuck yourself. He's running. Robert. Joel, this way. Come on, he ran in here. Стоять. Блядь, не хватает музыки из мафии первой. We almost got him. Сын по блядухе, стой. Joel, this way. Я все? Well, hello, Robert. Tess, Joel. No hard feelings, right? None at all. All right. Oh, God damn it! We missed you. Look, whatever it is you heard, it ain't true, okay? I just want to say... The guns. You want to tell us where the guns are? Yeah, sure, but it's complicated. Идти на кухню разогреть поесть. Парень стоит, злой пиздец. Другого сапучка держит, говорит ему. Stop! Не, ну... Quit your squirming. You were saying? I sold it. Блядь. Шняга шняжная, жизнь общажная. You owed us. I say you bet on the wrong horse. I just need more time. Give me a week. You know, I might have done that if you hadn't tried to fucking kill me. Come on, it won't. Who like has that... our guns? I can't. Just give me a couple. Who has our guns? Цикады.
the Fireflies. I owe the Fireflies. Как же легко. Как же легко. Look, they're basically all dead. We can just go in there, finish them off. We get the guns. What do you say? Что, ебать тут, блин? Come on. Yeah, fuck those Fireflies. Let's go get them. That is a stupid idea. Смерть. Well, now what? We go get our merchandise back. How? I don't know. We explain it to them. Look, let's just go find a Firefly. We won't have to look very far. There you go. Ты кто вообще? Queen Firefly. Where а, ты который разыскивают? Business. You're looking so hot. Я про неё читал. Where's Robert? I needed him alive. The guns he gave you, they weren't his to sell. I want them back. Doesn't work like that, Tess. The hell it doesn't. I paid for those guns. You want them back? You're gonna have to earn them. How many cards are we talking about? Нет, ну лица прикольные. I don't give a damn about ration cards. Не знаю, насколько они переделали игру, но лица они хорошие. I need something smuggled out of the city. You do that? В плане анимации. Выражение лица. Then some. How do we know you got them? Well, I hear the military's been wiping you guys out. You're right about that. I'll show you the weapons. Search the area. Yes, sir. I gotta move. What's it gonna be? I wanna see those guns. Follow me. We gotta get out of here. Now. Давай, 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 давай. You want this deal? We gotta move. I know a way around this. Come on. Ой, блядь. Скинули меня за что? Your people? What's left of them? Why do you think I'm turning to you guys? This way. Oh, yes. Suita ебанутая. So why now? We've been quiet. Been planning on leaving the city, but they need a scapegoat. They've been trying to rile us up. Looks like they did. We're trying to defend ourselves. Это гайки? Что за гайки? Joel, give me a hand with this. А что это такое вообще? 30 чего? Up. I'll live. Что там, что там? Hold up. Uh-huh. Soldiers. That's the way out. The door under the bridge. Колеса. Где мои колеса? I can sneak by them, even though I know that's not your style. We'll see how it goes. Почему это не наш стиль? Как раз это как раз таки мой стиль. Просто я в него не вхожу пока в этой игре. Пока в него медленно вхожу. Так. Может, снайперский выстрел? Ладно. Хм.
picked the wrong day to screw with us. You picked the wrong house, fool. Что происходит? Good riddance. А, это не мы. We missed all the action. I'll get this one. Go around and get the other. No one private. Этот мой, иди за угол и другого возьми. А кто твой? Good. Stay quiet. Good, stay quiet. я не понял, о чем она говорила. Модифицировать оружие на верстаке, понятно. We need to get to that door. Окей, now stay quiet. Boom. Ладно, видимо, налево надо пройти. Типа, я понял. Типа того обойти. Я понял. Че, ты рейди? Я вроде не спешу, чтобы заточь, ебать. Это какой-то этот после химиотерапии, блядь. Так, кирпич. Okay. Watch yourself. Кирпичка нормально забить можно человека. Я думал, там нога появилась. Но это не нога. They're out in numbers today. You got me. Давай. Good. У них, ну, они все лысые, они такой кот. Нет места. Сука. Так, ну есть идея. Нежели понадобится вот эта тема. You hear that? Yeah, I heard it too. Eyes peeled. Это гениально, мужики. Это Хитман годами. А нахуя я это сделал? Куда идти там, ёпта, ёпта? Стоп, чего я добился? Copy. Let's move then. Куда? Ага, ну так я сюда, правильно, я все правильно делаю. Бля, надо было проходить. Бля, надо было проходить, слышите? Что делать-то теперь, ёпта? Этот мужик, он будет двигаться вообще, нет? Он двигается, не? Здесь, ну, начинаем эту суету. Но, по-моему, не остается выбора. Как суету начать. Просто, блядь, я просто хотел патроны. Блядь, ай, блядь. Мне просто нужны патроны, ничего лишнего. Отключай другой эффект, да. Далеко, да, тут все уже. Все, ну у меня бутылка в руках, мне уже ничего не страшно, я уже в этот мир познал. Да, быстрее, как будто, блядь, ну... Ну я засуетился, но... Мне кажется, я первый раз засуетился, я нормально все вышло. Хотя, там тоже засуетился нормально, когда пробежал. Он вообще выживет, этот Марлин? Кажется, она не выживет. Может, ей кинуть тут? Ладно. Okay? I'm running on fumes, but I'll make it.
The place is right up ahead. Attention. Curfew is now in full effect. Anyone caught outside without proper authorization will be arrested and prosecuted. The hell are we smuggling? I'll show you. Куда идем, реально? Подсобить? Куда она вообще мое имя знает? Ты кто вообще? Просто я знаю, кто это. You're recruiting kind of young, aren't you? She's not one of mine. Oh, shit. What happened? Don't worry, this is fixable. I got us help. But I can't come with you. Well, then I'm staying. Ellie, we won't get another shot at this. Hey, we're smuggling her? There's a crew of Fireflies that'll meet you at the Capitol building. That's not exactly close. You're capable. You hand her off, come back, the weapons are yours. Double what Robert sold me. Speaking of which, where are they? Back in our camp. We're not smuggling shit until I see them. You'll follow me. Что? You can verify the weapons. А почему они мокрые стали? Get patched up. Что произошло? But she's not crossing to that point. Почему они мокрые? I want Joel to watch over her. Well, а? Shit, I'm not Ellie. How do you know them? I was close with his brother Tommy. Any jam, I could rely on him. Is that before or after he left your little militia group? He left you too. Ебать, что за игра? Просто мокрый. Резко. I could just take her to the north tunnel and wait for me there. Jesus Christ. It's just cargo, Joel. Marley, no more talking. You'll be fine. Go with him. Don't take long. And you stay close. Ну, короче, видимо, этот тест мы сейчас должны потерять, да, и вдвоем остаться, я понимаю. А это, мне кажется, останется жива до конца игры. В конце игры мы ее хлопнем. Что я чувствую, бля. А где этот тест-то? Мы уже потеряли? Fireflies. Same thing's gonna happen to us if we don't get off the street. You're the pro. I'm just following you. Так, ладно, надо все расследовать. Может, разрабы не такие гандоны, что-то оставили. Не, все по-прежнему. Бля, это как будто бы измена мема там, где Гомер Симпсон выходит из кустов. Точно такие же. Понимаем сюда. Keep up. I am. Up there. That'll get us to the north tunnel. How are we supposed to reach that? Just give me a minute. Я говорю, такую хуйню же, кстати, с повышенной влажностью воздуха. Ну. О, я, кажется, поехал. Да, едем. А куда? Куда я двигаю эту хуйню? А, типа, сюда?
О. Гениально. Ты мне реально сюда? Подожди, а там же дверь еще была. Там же можно было дальше пройти. Так, ну если здесь начало у нас все дело, значит реально сюда надо пойти. Подожди, а дальше, если там туда пройти, что-то. Почему я начал, блядь, как бежать-то? Ай, похуй, блядь, идите нахуй, разрабы. Нихуя там нету, блядь. Идите нахуй. You're friends with the leader of the Fireflies. What are you, like, 12? She knew my mom. And she's been looking after me. And I'm 14. Not that that has anything to do with anything. Много где есть. Да, да, верю. Верю. Where are anyone's parents? They've been gone a long, long time. So instead of just staying in school, you decide to run off and join the Fireflies, is that it? Look, I'm not supposed to tell you why you're smuggling. Да, me, да, да, верю. You don't know the best thing about my job. О, опять мокро, слышишь? I don't know why. To be honest with you, I get сыро, бля, в здании в этом вообще-то. Well, great. Good. Фонарик какой-то эффект мокрый, блядь. Для вонючих, презренных, ничтожных казуалов. Is it? Кажется, пришли реально. И чё? What are you doing? Killing time. Well, what am I supposed to do? I am sure you will figure that out. Your watch is broken. Да ну нахуй. Да опять, опять что-то сыграл, бля. You mumble in your sleep. I hate bad dreams. Yeah, me too. You know, I've never been this close. The outside. Look how dark it is. Can't be any worse out there. Can it? What on earth do the Fireflies want with you? Hey. Sorry it took so long. Soldiers fucking everywhere. How's Merlene? She'll make it. I saw the merchandise. Так я прошел два квартала, блять. And do this? Yeah. Это рофл. Я даже врага не встретил. I think it's a bit strange that they're having us do their smuggling. Marlene wanted to do it herself. We weren't their first choice, or the second for that matter. She's lost a lot of men. Beggars can't be choosers. I just hope there's someone alive to pay us. Someone will be around. На стрельфах буду уничтожать. О. Я пошел первый. Че? А. Я думал, что-то положили уже. Shit. Что делать надо? Damn thing. Управление, конечно, ахуй. Просто вот так, вот так вот я. Понял? Кнопка Е и круг, блядь. Человек делает, блядь, что хочешь. Много раз ее нажать. Типа, или зажать. Или по кругу начать мышку крутить с ее зажатой. Нихуя непонятно, просто, блядь, буква Е и круг. Дальше сам. Может, разорвав на хую покрутить за такую хую? Сидец. Сделать нужно, короче, нужно нажать, а потом еще нажать, а потом еще нажать, короче, типа, то ли много раз, то ли что. Я просто, короче, много раз нажимал, и вроде сработало. Куда идти?
Так, еще. I'm up and check if the coast is clear. Так, что тут у нас? Hold up. There's a patrol up ahead. All right. We're good. Come on up. Come on, kid. Yeah. Watch your step. Watch your step. For real. Так, ну что, сзади что-то оставили, разрабы? Давайте, не поднимите. Что-то вот тут надо было что-то оставить, да? Новые разрабы, блин. Вы сейчас рофлите нахуй? Та, сука, уроды. Я не хочу это обсуждать. Реально, почему так можно? Где равно правильно? What's ETA? Couple minutes. Она нормально подсуетилась. Fuck. I thought we were just gonna hold them up or something. Hold them up or something. Не, что ты, блядь, рофлишь. Marlene set us up? Why the hell are we smuggling an infected girl? I'm not infected. No? I'm just lying. I can explain. You better explain fast. Look at this. I don't care how you got infected. It's 3 weeks old. No, everyone turns within 2 days, so you stop bullshitting. It's 3 weeks. I swear. Why would she set you up? А вот почему они мокрые. Я просто во времени переместился сейчас. Помойку. Там никто перед автомата будет. Чё ты, блядь, стоишь? Давай, давай, давай. Бля. When I give you the signal, we run. Signal, run. Got it. Now, run. Да. В любой игре не нужно под прожекторами ходить. Занятия не из лучших, конечно. Я понимаю, только они на меня не похуй. На всех похуй. Стоп. Soldiers, right there. I see him, I see him. They must have gotten through. Check the trenches. Just stay back. I don't see anything down there. Are we sure they came this way? Unless we're told otherwise, we just keep scanning. Stay down, don't let him see you. Come on, kid. Follow Joel. Это что, тебе сюда? Там, скорее всего, не пройти. Чё? Go, go! Hey, get him! Down in the trench!
Я как понимаю, меня спалили. Если ты добился, я вообще правильно иду? Куда я иду, блять? Я не знаю, чего я добился. Надеюсь, я правильно иду. Вот вам дают вот такое. Вот что вы думаете, что нужно сделать? Нажать Е? Нет, его надо зажать. Чтобы оно закрутилось, бля. Это управление? Чуть по кирпичу не въебал. Ладно, пойдем. Бля. Дистрактим? Что не есть? Бля. Давай, блядь! Бежим нахуй. Суета. Блядь! Ай, блядь! Папа! Все, пизду. Все, давайте. Дальше сами. Подожди, я не отсюда начал случайно, нет? Надеюсь, что нет. Надеюсь, они доберутся, блядь. Справятся как-то. Ну, пожалуйста, одень. Типа, девочка. Right. Да, он все легко, блядь. Ну, и соло протащил их сюда. Что за Джей? Что это было? Что за Джей, блядь? Soldiers. Target's still on the loose, sir. Break off pursuit and report back to Sector 11. I don't think they see us. Acknowledge. Get to your vehicle. А с кем я еще разговариваю? Так, и чё, куда? Ну, положите хоть что-то, оставьте хоть что-то, ребята. Ну, разрабы, спасибо, детальки, блядь, какие-то. Ёбнешься. Детальки, охуеть, спасибо, разрабы. Joel, see if there's anything we can use in here. Sure thing, boss. Я нашел детальки. Походу все, блядь, что... А, шкафчик, да. Ну, ебаки в нем нету. В нем есть ножницы. Ножницы, они нужны, ага. Для заточки, получается. Что это, блядь, за... Я не знаю. Все, погнали. Up through here, through this pipe. I think we can make it through here. Stay very close, Sally. Ну, это прикольно. Вот это кайф. Gather up. Calling us back. We're returning to the wall.
Как же я их развел? Это мастер-майнд игры. Гениально развел, лоху. Look, what was the plan? Let's say that we deliver you to the Fireflies. What then? Marlene, she said that they have their own little quarantine zone. With doctors, they're still trying to find a cure. Yeah, we've heard that before, huh, Tess? And the... Потому что ее типа не убило. Whatever happened to me is the key to finding a vaccine. Oh, Jesus. It's what she said. Oh, I'm sure she did. Hey, fuck you, man. I didn't ask for this. Me neither. Tess, what the hell are we doing here? What if it's true? Что-то это вообще Джоэл себя как девочка ведет больше, чем эта девочка. I mean, we've come this far. Let's just finish it. Do I need to remind you what is out there? I get it. Там типа куча зомбарей, да? Поэтому такое... Поэтому он не хочет. Тогда я не хочу, ладно, тогда я тоже, может, девочек. Если там куча этих уёбов, уёбков, может, и я не хочу. We hope. Вот такой вот пиздец. You hear that? Yeah. Sounded pretty far away, though. Shit. Are we safe? Неплохая. Now. Come on. Атмосферная. И чё? Разбежавшись, прыгнул со скалы. Чё делать? Где тут это, типа, моё место? Now there's the Capitol building. We need to get around this mess. This is the downtown area? It was. Now it's a giant wasteland. Подожди, может, там что-то было? Я может, что-то пропустил? Разрабы, может, вы что-то оставили мне? А я пропустил? Ну да, разрабы, естественно, блядь. Верим. Over here. Goldstone building. Почему это типа баг или что это? Игра ахуй 10-10 дропай. Не, ну я пока не вижу прям шедевр. Просто говорят, что это шедевр, но пока что-то, ну, это... Вроде продуманная игра, но пока что не шедевр точно. Пока что. Очередная пустая комната. Или нет? То есть вы сделали пустую комнату с ящиком, который можно открыть, чтобы в него ничего не положить? Да? Понял вас. Сука, конченая, блять. Мрази. А тебе, мужика, рука, блядь. И нога. То есть я нажал Е, чтобы он сказал. Body's pretty fresh. Is that bad? Yeah, might be. Let's not stick around.
Нечто. Мне кажется, мне против людей больше понравится играть, чем против этих зомби. Сука. Блядь, Денчик. А где верстак-то? Ёпта, на какую кнопку верстак? Параметры. Управление. Все ячейки. Спец возможности. Фейс. О, ну это приятно. Траектория броска, это хорошо. Так, ну это я, видимо, не могу все включить. Ну что ты, что ты мне хуйню пишешь, блядь, какую-то ебаную залупу, блядь. Теперь тебе верить должен, блядь. Чисто так, о, вот это... Ой, бля... Не, ну это такое за донат включу, это страшная вещь. А что такое? Там страшные показатели будут, мужики. А где, блядь, на какую кнопку... Загуглите, блядь, кому не впадло, загуглите, на какую кнопку верстак для оружия достать. Или его надо находить. Потому что у меня эти детали уже жопой жуй, бля. Что с лицом? That's what years of infection will do to you. So what, are they blind? Sort of. They see using sound. Like bats? Like bats. If you hear one clicking, you gotta hide. That's how they spy you. F. Теперь почему-то F, блять, а не E. Ну и индейцы, разрабы, ну и индейцы, бля. Building feels like it's about to fall apart. Я ваши рты ебал, разрабы, я отвечаю. О! Вот, нашел наконец-то таблетки, блять. Добавки. Найс. Значит, они существуют. Watch your head. Находить надо, все, окей, спасибо. Опять нихуя нету, да? О, сука. F. Еще надо сажать? Нет, а, F надо просто нажимать. Окей. Из аэрофлана вылетел. Ерунда, реально. Чуть, блин. Чуть ебало не взорвалось. Так, это что такое? Что я подобрал? Тряпка. Это Джоэл, когда за границу идет тоже. Тряпка, блядь. Идем дальше. Нужна целая заточка. Блять, я ее потратил как еблан. Решили. Оп, аптечка.
сюда. Так, никто не тут ушло. Мне нужно крепеж, лезвие. Я вчера такую мангу читал, нахуй это еще и здесь. Спиздили? Заточка нужна. Охуеть, блядь. Я взял свою, просто потратил, блядь. Let's get the hell out of here. Oh boy. Тьфу, нихуя, акробат. See if there's a way through. Yeah. It's clear. Come on, Ellie. All right, kid, you're up. Come on. You got it. Okay. Come on, big guy. Go. Shit. Go, go. Тихо, тихо, тихо. Батя, что с ебалом реально? Ой-ой-ой. Это... Филипп Киркоров через лет 5, блядь, тоже. Пластическая хирургия. Мне очень хорошо повлияло. Такая, можно поддушить, нет? А что такое? Нет места, понял. Нет места. А я типа угонять должен. Куда мне идти надо? Иди посмотри, что там это. Нет места, в смысле? Для аптечки нет места, да вы шутите. Найти, бля. А. Сосать. Чуть не потерялся, нахуй. Элли, you okay? Shitting my pants? I'm fine. Так, ну сюда, кажется. The stairwell's blocked. Should we go back up? Нет. У нас есть мужчина, бля. Here you go, ladies. All right. Отпускай, как отпустить все, давай. Надо отпустить, блядь. This is crazy. Just don't look down. Помню, в Мафии 2 такой был лифт. Но закончилось не очень хорошо. Я понимаю, сейчас я перелезу, он упадет, да? Come on, Ellie. Yeah. Don't look down. Just don't look down. You're okay. We gotta wait for. Как пройти? Что такое? Check it out. Stay with the girl.
Еще один пестик. О, это пригодится. Это хорошо. И берите пистолет. Он мощнее, да, наверное? Ебаный в рот. Будь ты говно. Аж каску пробило мужику. Come on down. Бля, ну это и работает профессионал. Press, Joel. Let's just get out of here. Impressed реально. Куда идти? Че? А, палка охуенная. Брюс. 2x4, блять. Брюс. Так, ну, видимо, сюда. И чё? Не, управление поражает. С каждым разом все лучше. Все. А, ее держать надо, типа. Думаю, хотел спросить, сейчас бы убил ее нахуй. Отпускай. Не, это нельзя отпустить делать, потому что нельзя, я отпускал. Но оно не дает. Я сразу отпустил, как только мне пришла эта идея, я сразу отпустил, но не давало. Я могу окно разбить, наверное, да? Проверять я не буду. Лежит. Спирт новый нужен, походу. Так, а что на семерку? А, нет. Ничего мне нету. Down we go. Тут два патрона, надо один патрон. And let's get to it. We get through here. Watch your back. Читаю. Да, бля, чё? Ой-ой-ой. And you always brush me off. Well, я с этим чувствую, так не выйдет сделать. У тебя есть чучка, чё-то не получится. Рус. Осуждаю. Блин, голова задергалась. Че, типа я пошел разведывать? Или я сюда пришел? Я сюда пришел и наверное, вроде нет. Че, игра про Джоэла, Элли и Тесс? Все правильно?
Ты меня наебаешь, по-моему. Игра про Джоэла и Элли. Тест, наверное, нафидит, мне кажется. Я могу быть неправ. Through here. Tess, down here. О, спиртное? Найс. А, это все-таки коктейль Молотова. Окей. Ага, оно получается у нас на восьмерку, на девятку. These guys aren't doing well in or out of the city. Записка. Встречайте вторую группу Цикату, Капитолия, Капитолий, Золотой Купол, девочка. Ага. Понятно. From the quarantine zone. See? They're not our guys. Over there, see him? Shit. We're almost out. Okay, Joel, you take point. I'll watch the rear. Ellie, no matter what, you stay right on his heels. О, чувствую, я этот момент буду переигрывать, мне кажется. Я уже что-то вижу. Как я этот момент переигрываю 3 или 4 раза, она мне говорит это постоянно. Удерживайте комнату. Никогда убивать вообще нет. Че не делать? Они меня палят фонарем или нет? Конченые ублюдки. Куда идти-то? Да не урчи, не урчи. А, или типа надо, чтобы он типа отошел. Заточка, блядь. Да нет заточки. Ну чё, красиво делаем? Ребята, кажется, это была ошибка. Нет, это была ошибка. А куда идти-то, я не понял. А, ну вот, ну так хорошо. И что, что делает с этим? Тут. Слева. Что слева? Где слева, блин? О чем ты говоришь? Как?
Как лестницу скинуть, блядь? Спокойно, спокойно. Fucking scary. Я не понимаю. Я сейчас опять бутылкой, блядь, голову буду разбивать этому зомби. Че? Как, может, подсадимся, ребята, не? Сиди сюда, что-то налево, блядь. Спресситься, чтобы пройти, да ну нахуй. Да вы что, блядь? Это что, крутка, блядь? Как лестницу опустить-то? Как, надо к ней, короче, наверное, подойти к ней как-то, наверное, как-то залезть. Но не здесь, походу. Сюда, что ли? Не сюда. Или сюда. Бля, что-то тяжело. Как туда попасть? Там есть дырка, да? Как дырку-то попасть? Ну, все такое. Ступать меня догнали. Подсказка X. Совет, блять. Как туда попасть наверх? Совет, ёпта. Дайте совет, как наверх туда попасть. Ладно, сейчас этого устраним по бырику. Joel, over there, on your left. Мне кажется, он меня увидел. Это UI, пацаны. Ну куда идти? Я не понимаю. Все тут для папича. Как вверх подняться? Интуитивно непонятно. Over there. Ладно, идем сюда. Он не рвет.
Как? Сови. Вверх по лестнице, бля. Вверх по лестнице, сука. А что слева, блядь? Что слева? Чё, бочка, блядь, бутылка? Что слева? Мне типа надо все... Блядь. Ну я чувствовал, что я буду это долго проходить. Out of this cold. Как печально. Так, это смерть. Я не понимаю. Сюда пройти, но не даю. Здесь я был, здесь я ходил. Да почему? Что слева? Что, блядь, слева? Что тут? Бля, в кого же я ахуй буду, когда найду, что надо делать? Спроситься, чтобы выйти, по какой лестнице? Где лестница? Я нашел одну лестницу, по ней не подняться. Че? Почему? Двигай, ёпта! Ёпта!
Да я не спешу, что-то вообще не спешу. Мне вообще некуда спешить, походу. Нашел место? Кто нашел место? Ты нашел место, и ты молчишь? Out of this, come on. Shit. Бля, кайф в шкафчик этот залезть и не вылазить. Ты чё шутишь, блядь? Куда-сюда? Подожди, неужели я на реплее тоже это место только что видел, блядь? Нет, это не то, блядь. Ну, сюда нужно полти, бля. Бля. Я отчаиваюсь потихоньку. Ну почему? Куда идти-то, ёпта? Нашел лестницу. Ну да, я ее нашел, так уж нельзя спустить вниз. Вниз ты ее не спустить, бля. Надо типа что-то подвести типа к ней или что? Надо типа что-то, чтобы подъехала сюда. Ты пройди на шифте. А, на шифте пройти. А, я что знал. Я задумал, что такое? А, на шифте просто пройти. А. Так. На шифте прошел. Так. И что, блядь? Типа я такого типа раньше не делал. На шифте пройди, да? Ой, блядь. Это я даже встал, блядь. Ты что, шутишь нахуй? Тоже думал, кто-то подсядет, но они не хотят, блядь. Может, им зомби мешает? Может, надо зомби отогнать, типа? Куда его отогнать-то? Ладно, давай сюда.
Так. Нет, ну идея была неплохая. Непроходимая часть, она или забагована, или что? Ладно, попробую что-то подтащить. Может, что-то реально можно подтащить где-то что-то. Так, это уже трай не самый удачный. Получается. Это я вряд ли подпущу. Да съебите, мужики, по-братски. Что так долго, блять, что ты, блять, делаешь? Сколько тут времени уже? Час, бля, или чё? Дальше бутылками вести. Ну до этого не догадаться, нахуй. Это пиздец, блядь. Это же просто пиздец. Это же просто пиздец. Бля. Ой, бля. Ну типа все оказалось очевидно. Я уже весь фокус потерял, я уже не могу дальше. Я чуть с ума не сошел. Where we going, Tess? Capitol buildings in this direction. Понятно. Ага. Так. Тропа свободы. Быстрее, Феди, да, Ранс. Блять, сюда пасса, сука. Так, ну там, видимо, туда не пройти, да? Лестница у нас для свинечек. На что ты, блядь, намекаешь?
Да не двигайся, ёпта. Не сопротивляйся. Ну чё, ты хочешь этим переехать их или что, блядь? Давай, рукопашка, давай. Я тебя уничтожу, нахуй. Я предупреждаю. Alright. Those look more like the ones that bit me. They still have their faces. They're recently infected. Those soldiers must have just turned. Which means there's more in the area. We gotta go. Давай, давай, едь, едь, ехай. Сюда. Чё тут у нас? А, ничего. А, нет, что-то всё-таки есть. Читать. КСИ. Кардицепсной церебральной инфекции. Понятно. Joel, over here. We'll cut through this building. А, ты должен зажать точно, я забыл. Как я забыл, ты же все понятно. Если они... Успели. Так и зачем можно девочку на сиденье дать? Она ж типа... Ты получил что-то на твоей шоу. Окей, как мы выйдем из этого места? Let's find out. Хорошая. О, верстак. Time to go to work. So Marlene thinks you're immune? Well, that's what she believes. How were you bitten? I mean, you must have been somewhere you shouldn't to find an infected in the zone. Yeah, I'd sneak out. I was in this military boarding school. You'd sneak out? You know, explore the city. Револьвер. I was in the mall when I ran into it. Мне револьвер больше понравился. That place is completely off limits. How the hell did you get in there? I had my ways. Anyways, one of those, what you guys call runners, bit me, and that was that. I see. Were you with Marlene when you were bitten? No. I went to her for help afterwards. Knowing her, I'm surprised. Понятно, что ничего не понятно. She almost did. Hope she's all right. I told you. Yeah, she's gonna be fine. Я думал, там можно что-то открыть, какой-то ящик. Оказывается, я тут даже зашел. Гениально. Now there we go. Че, мы типа обратно идем? Сомневаюсь. Че не хотят? Подожди, я тачку чекал? Чекал, да? Как обычно, никого нету, бля. А, нет, что есть?
5 таблеток, чуть не проебал. Патроны. О. Ничего. Круто. Это крипово. That was me. Tess. Sorry. Come on, stay close to me. What is this place? It's an old museum. Some of these things are hundreds of years old. Сейф открывать и комнаты с отмычками. Ну, первую я не смог комнату с отмычкой открыть, потому что у меня заточки не было. Я ее скрафтить не смог. Ну, или не мог. Так. Ага. Нихуя. Блядь. Ну и разроб. Я балдю, блядь. Не, понимаю, то, что там, скорее всего, на низких уровнях сложности что-то лежит. Но... Это совсем бучи. Это грубо. I'm alive. I'll make my way around. Look, they're here. Tess, run, run. Да куда идти-то? Сюда. Tess. Это был неравный файт. Это был неравный файт. Бежим. Там далеко мы не убежим. Или убежим. Ебать я. Как же Мансюр. Быстрее. Бать я за Мансюр. Не. Мужик. Как помочь ей? Да отъебитесь, блядь. Runners. Watch my back. Sure thing. Да ёбаный в рот. Лучший, я умираю, читаю все эти лучшие. Get off me! Патрики закончились. Просто в рукопашку пьяли, бомжи. Yeah.
У меня аптечка-то есть, да? Нет, нихуя. Стоять! Мужик надо. Сосать. Ну сейчас лучше. Ну сейчас лучше. Мимо нам сюда. Червяной катишь не сюда. Stand back. Так, и чё, и куда? There she is. That's our building. Куда нам? Куда? Чё? Я понял. Watch your step as you're going out, because it's going to be a little... So is that everything you hoped for? Jury's still out. But man, can't deny that view. Come on, this way. Hey, let's pick it up. Look, we're almost done. Stay focused. Yes, ma'am. This corner. Come on. Было ж темно, нет? Стало светло? Keep moving, kid. А? Прошли весь город, таймскип. А. Ну да. Here we go. Home stretch, Tess. Не, ну, стример не тупой. Just so it's out there, I can't swim. Look, it looks like it's shallow on the right side. Follow me. I'm glad Marlene hired you guys. What do you mean? I know you guys are getting paid for this, but trying to save things. Yeah, sure thing. У него в Fallout 4 была какая-то подобная локация, там где огромный мутант жил, тоже его лебедь звали. No. No, no, no. Здорово, заебали. What happens now? What are you doing, Tess? Oh god. Maybe they had a map or something to tell us where they were going. How far are we gonna take this? As far as it needs to go.
Where was this lab of theirs? She never said. She only mentioned that it was someplace out west. What are we doing here? This is not us. What do you know about us? About me? I know that you are smarter than this. Really? Guess what? We're shitty people, Joel. It's been that way for a long time. No, we are survivors. This is our chance. It is over, Tess! Now, we tried. Let's just go home. I'm not going anywhere. This is my last stop. What? Our luck had to run out sooner or later. Are you going on? No, don't! Она типа заражена или что? Holy shit. She's infected. Joel. Let me see. I didn't mean for this. Show it to me. Oh, Christ. Oops, right? Give me your arm. This was 3 weeks. I was bitten an hour ago, and it's already worse. This is fucking real, Joel. Yeah. You have to get this girl to Tommy's. He used to run with this crew. He'll know where to go. No, no, no. That was your crusade. I am not doing that. Yes, you are. Look. There's enough here that you have to feel some sort of obligation to me, so you get her to Tommy's. They're here. Damn it. I can buy you some time, but you have to run. You want us to just leave you here? Yes. There is no way that... I will not turn into one of those things. Come on. Make this easy for me. I can find... No, no, just go! Just fucking go. Ellie. I'm sorry, I didn't mean for this. Get a move on. What the fuck? I can't believe we did that. Stop. We just left her to die. Stop. Так, я предлагаю на этом моменте на сегодня закончить. Там просто, ну, игра. Там Sentinel of Energy. Я не могу ее пропустить. Ни по каким соображениям. Так что да. Анонсы, как обычно. Баба, до скорых встреч, баба.